На свитере у Кристины знакомое всем нам изображение. Мелитон Кантария водружает флаг Советского Союза на Рейхстаг. Спроси любого прохожего, и он ответит, что это событие произошло 9 мая. Вот только случилось оно 30 апреля. Такая память людей на даты времен Великой Отечественной войны и послужила отправной точкой для нового проекта организации «Волонтеры Победы». Проект «Рисунки Победы» появился в головах волонтеров Победы уже давно, примерно зимой. Но вот этим летом мы поняли остроту, что уже пора его действительно воплощать. А именно месяц назад, в июле 2017 года, мы проводили площадку волонтеров Победы, в рамках которой спрашивали горожан, просили их сопоставить важные события Великой Отечественной войны с датами. И к нашему, к сожалению, удивлению, большинство не смогло с этим справиться. И тут мы решили, что нужно восполнять такие пробелы в знаниях горожан каким-то необычным способом. И проект «Рисунки Победы» — это именно визуализация истории. В рамках молодежного форума «Таврида» проводился конвейер проектов, в котором мог поучаствовать любой желающий. Кристина поехала туда в первый раз. Всего было зарегистрировано 150 проектов. Из них допустили только 90. 19 дошло до финала. Благодаря слаженной работе организации, Кристина получила грант в размере 100 тысяч рублей на воплощение общей идеи. Пока точно неизвестно количество рисунков, которые украсят стены нашего города. Да и места для них также не выбраны. Сначала мы выбираем основные тематики, которые для нас, мы считаем, что они важны для освещения. Потом уже художники прорабатывают конкретные эскизы, после чего эти эскизы идут в народное голосование, чтобы рязанцы сами выбирали, что они хотят видеть на стенах в своем городе. Сердцем этого проекта Кристина называет художника Александра Демкина. Ему всего 23 года, но его рисунки уже можно увидеть на стенах нашего города. Один из самых известных – это рисунок ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов в городе Сочи. Правда, как признается Александр, большой свободы творчества там не было. Но в других творениях душу художника увидеть можно. Вложится он и в предстоящие рисунки. Хочется сделать это максимально убедительно, реализовать этот проект так, чтобы люди, может быть, задумались, особенно молодое, может быть, поколение, как-то посерьезнее к этому отнеслось и отнеслись к людям, которые приложили руку. Александр не любит разговаривать о еще незаконченных проектах, поэтому задумку свою раскрывать не стал. Художник хочет создать рисунок, который заставит прохожего остановиться и прочувствовать всю его глубину. Остается пожелать организации удачи и надеяться, что проект будет реализован именно так, как он и задумывался.